На стадионах, которые уже через два месяца примут чемпионат мира, проходят последние испытания. В большинстве городов-хозяев Мундиаля уже состоялись тестовые матчи. В воскресенье первую игру провели на новой арене в Нижнем Новгороде. Местный клуб «Олимпийц» принимал «Зенит-2» из Петербурга. Новый современный стадион вместимостью 45 тысяч мест возвели на Стрелке вместе с «Леонид Аки» и «Волги». С трибун открывается прекрасный вид на окружающие просторы. Болельщики, которым удалось побывать на первом матче, восторженно отзывались о грандиозном сооружении. Красивый, очень красивый. Очень красивый, особенно близко подходишь, просто такая вот огромная, красивая, шикарная постройка. Очень нравится. Я считаю, для города необходимы такие просто грандиозные события, чтобы строилась вокруг, инфраструктура будет налаживаться. Ну, я думаю, это надо делать. Тестовый матч прошел и на реконструированном стадионе в Екатеринбурге. Местный «Урал» сыграл со «Спартаком». Арену испытали в условиях полной заполняемости зрителями. Распродали более 30 тысяч билетов. И, по словам специалистов, все системы и службы успешно справились с таким потоком болельщиков.